Мистер Пес идет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как дела? Что ты под камеру, бля? Нам технологии. Система врывания. Гони мне. Гиф мне плес. Нормально. Вот что ради друзей не сделаешь. Работал себе спокойно в Uber. И тут вот ему приспичило сюрприз сделать девушке, да? И вот сейчас пойдем делать. Они ушли тут потиху. А я сейчас типа буду дела делать. Давайте посмотрим, какую он дверь оставил открытую. Оп, эту. Эту оставил? Эту оставил. Красавчик. Все, врываемся. Стоп-стоп. Включим свет. Отлично. О, придурок, музыку оставил включенную. Так, он сказал в кладовке. На втором этаже. А где кладовка-то? Отлично. Кладовка на втором этаже. Так, вижу розы. Вижу вино. Вижу свечи, вижу лепесточки. Отлично. Писанта предусмотрительный. Так, пошлите вниз. Нам все это нужно быстренько разложить. Так, ну телевизор он уже год не вынимал. Итак, видно, видно, да? Сейчас мы тут немножко уберемся, а то у него, как обычно, срач, и сделаем дело. Что это, Писандра? Почему я выбираю чужие тапки за тебя? Объект номер один. Свеча. Объект номер два. 100 свечей. Только я пока не придумал, что с ними делать. Подпускай лишь. Объект три. Лепестки роз. Сейчас мы с ними что-нибудь замутим, но это тоже потом. А устраивать срач в квартире друга это вообще прямо фантастическая херня. Отлично, сейчас нам нужно сделать сердце из этого всего. И сделать это нужно в коридоре. Блин. Ладно. Розы, 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 миллион алых роз. Из окна. Из окна. Видишь ты. Если вы когда-нибудь делали из лепестков роз сердце, напишите в комментариях, потому что я вообще не знаю, как это делать. Как жалко, что я это видео только после этого смонтирую и выложу. А так бы мне сейчас совет бы очень нужен, это вообще трэш. Ну вот, сердце. Ну что-то оно не очень, конечно. Блин. Ну блин, писан. Сейчас я подправлю, конечно, но я старался, честно. Да, трэш. Ну и давайте сейчас мы еще немножко в округе. Так, подождите. Братан, я очень рад, что я не буду это убирать, честно. Прямо восхитительно рад, что я не буду это убирать. Это все тебе предстоит. Так что, ну как сам знаешь вообще. Суши у нас еще тут есть. Сейчас мы их тут разложим. Да, вот они. Вот они, суши. Блин. Писан, ты же говорил, что я их съем. Знаешь что? Я их не съем. Я их есть даже не буду, понимаешь? Ну, у них даже вид невкусный, понимаешь? Я их есть точно не буду. Ты даже, ну, подумай, о чем ты вообще говоришь. Ладно, сейчас разложу, братва.
где соевый соус, понимаете? Я его тут нашел в холодильнике, непонятно где. Как я должен был догадаться, где соевый соус, вообще непонятно. Фу, я тут замотался, я, в общем, решил из свечей слово «люблю», «люблю» вывести. Не знаю, получится, нет. Букву L и U уже сделал. Я не знаю, поняли вы или не поняли. Как по мне, с виду это просто набор просто и все. А все остальное как бы пофиг. Ладно, короче говоря, вроде все. Ну, сейчас еще пару свечек я сделаю. Давайте посмотрим, как это со входа выглядит. Тут я еще тоже стрелку сделал. То есть, ну вот они входят. Вау, Кирилл, ты такой классный, ты мне замутил подарок, мне очень нравится. Тут они идут, тут стрелка горит, так, стрелка, что-то звенит, все. Идут. Вот здесь вот какое-то вот пространство непонятное. Ну да ладно, хрен с ним. Тут они заходят, тут слово «люблю». Надеюсь, диван не сгорит, и квартира тоже, ну в смысле квартира, дом. Ну а тут вот суши. Ой, это моя вилка, кстати. Вот лепесточки, цветочки, синий экран, смерти. Ну вот в принципе все. Но все, что смог, я сделал, короче. Так что не обессудьте, если что не так. Все. GG. Flying Fly, подписки, там все дела. Самые лучшие тусовки у нас в клубе. Вырубим телевизор нахрен. Так что вот так вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось. Пишите что-нибудь в комментариях, будет приятно. До новых встреч, пока. Pokemon.